Люберцы в этом году побили рекорд по открытию новых объектов образования. На улице Урицкого распахнула свои двери школа на 825 мест, а в новых микрорайонах округа построили 5 детских садов. Одно из дошкольных учреждений появилось в поселке Мирный. Смотрите, я сада, праздник большой, торжественный очень и светлый такой. Сегодня здесь радость, сегодня здесь смех. Мы от души поздравляем вас всех. На торжественной церемонии открытия те, кто строил и ждал этот детский сад. Новому учреждению образования дали название «Звездочка». Самыми первыми для гостей праздника выступили его воспитанники. Вот этот сад – это продолжение нашего такого социального блока, блока строительства новых объектов, задачу, которую поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Она успешно реализуется и в данном микрорайоне. Микрорайон новый, развивающийся. Этот сад очень необходим. Владимир Волков вручил представителям строительной компании благодарственные письма, а застройщик, в свою очередь, передал символический ключ от детского сада заведующей Марине Комель. Я жительница этого района, люблю все, что здесь есть, всему рада. Ну, воспитателям, естественно, терпения и сил, потому что это нелегкая, тяжелая работа. А детям радоваться детству, оно такое классное и так быстро проходит. Новый детский сад рассчитан на 360 мест. Его будут посещать дети от 1,5 до 7 лет. У каждой группы, их 15, своя персональная детская площадка. Все оснащены резиновым покрытием. Есть спортивная площадка, площадка для футбола. Есть большая территория для прогулок. Будем сажать там лес, выращивать новый лес. Внутри детский сад тоже оснащен по последнему слову техники. Просторные группы, коридоры, лифт, большой музыкальный зал и зал для занятий физической культурой, собственный пищеблок, медицинские кабинеты. Есть логопедические классы, а также группы для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.